ваш брат говорил о необходимости устранить исходящую от вас угрозу. Что? Какую угрозу? Мы же братья! Он думает, что вы завидуете ему и боится за свою власть. С ума сошел! Совсем уже! Но сейчас я ему все выскажу. Боюсь, словами удар уже не отвести. Нужно его упредить. Максимушка, как я рад, что мы с тобой помирились. Из-за такой ерунды. Ну, выпьем? Выпьем, да. Единогласно, генеральным секретарем ЦК. Молчишь? Что смотришь так на меня, глазами своими честными? Сам ты виноват. Кто хотел меня убрать? Корбут тебя сдал, а теперь меня за яйца держит. Из-за тебя! Прости. Прости меня, Андрюша. Нет мне прощения, а ты все равно. Прости. Что это? Что было? Я вслух? Так, значит, и мне что-то подсыпали. Как брату. Да, отравил брата своего. Но Корбут, я идиот. Думал, он спасти меня хотел. А он так власть взял. За горло меня взял. И сейчас Д-6 штурмует. А там вирус этот. И если он этот вирус захватит, конец. Но вы же руководитель. Подонки! Прикажите, отзовите войска. Или хотя бы задержите. Выиграйте время. Здесь все ясно. Скорее, на вокзал. Д-6 мы не отдадим. За мной! Если вы проиграете, то будет плохо для всех? Тогда я должен спасти своих. Ты хороший, Артём. Он ушел. Он сделал, что мог, и ушел. К своим. Я не могу его за это судить. Остатки человечества добивают друг друга в последней схватке. Это не его война. Я надеюсь, он сумел простить нас. Меня. За то, что мы сделали с его братьями и сестрами. С его матерью и отцом.
что ж, началось. Наступают с трех направлений. Бойцы! Ребята! Не буду долго говорить. Все вы профессионалы, и каждый из вас стоит 5 красных. Так что просто сделайте свою работу, как вы делали ее всегда. И мы победим. Спарта! К бою! Спарта! Давайте сюда! Проверить снаряжение! Приготовиться!
С рейнджерами не балуй! Внимание! Они еще не выдохлись! Сержант, доложите обстановку. Комбат! Мы вытащили раненых! Наши сопровождают их до точки эвакуации! Отлично! Перегруппироваться и приготовиться! Сейчас снова попру! Нам не удержать, это ясно. Остается взорвать. Ясно, командир. Двум смертям не бывать, а одной не виноват. Это еще что? Черт! Ощущаю. Какая непростительная трата человеческого материала. И ради чего? Глупое упрямство. Ну да ладно. Революция все спишет. О, кого я вижу? Целый полковник Мельник. Простите, почти целый. Артём. Время пришло. А тут кто у нас? А, прыткий молодой человек. Ну-ка, спаситель метро, и куда это мы ползем? Остановите его!
Не бойся, ничего не бойся, мой милый. Твой папа победил врагов и спас метро. Папа был храбрый. Он был самый храбрый, потому что не боялся неизвестного. Мама, а куда делись черные? Они ушли, но обещали вернуться.